Ну, кричить мама ура. За последние полчаса это пятый тупик. Куда дальше? Я думаю, что прямо. Ну что, вообще уже, куда прямо, мама? Стена. Я с удовольствием, ну куда, мама, прямо, если стенка? Куда, куда, съедьте прямо. Как крыса по кафелю, куда? Ну что ты начинаешь, что ты заводишься, нервничаешь? Ну ты же еще ж не пробовала. Вам поручалась одна простая, но очень ответственная вещь. Запомнить адрес клиента. Вы, мама, его забыли. Нет! Я хотела не забыть, и сейчас хочу. Но не помню этот адрес, клянусь, что я не помню. Мама, я вижу, что вы довольны. Радуемся и танцуем. Давайте, давайте, давайте. Нанди, нунда, нунди, нанду, да, нунда, нунди, нанду, да, нунда. Ну что ты заботишься? Ну что ты начинаешь? Что ты нервничаешь? Ну какой тебе адрес надо? Пускай такой и будет. Мне адрес надо. Ну ты представляешь, ну какое хамство, ну. Мне одной адрес надо. Как будто я одна люблю покушать. Ну я клянусь, что я не помню этот адрес, я клянусь. Ну поставь меня возле этой стены, ну расстреляй маму. Чем? Давай, стреляй маму, контра. Стреляй маму, давай. Ага. Нет, ну это с нами, я сейчас решину пульса, ты стреляй маму, давай. Вот мама, перед тобой, стреляй маму. Давай, стреляй. Все, да, закончил. Актриса закончила, да? Значит, мама, если клиента увезут, то вам, мама, внимание на монитор. И чтоб потом не было разговоров, за что? Ну перестань, малыш. Я тебя умоляю, ну перестань. Я, мама, перестану. Я, мама, просто перестану вас брать на эти мероприятия. Я начинаю сольную карьеру. Все, хватит, ты мне нервы трепать. Я сама пойду напоминаюсь, натанцуюсь, наотдыхаюсь. А еду я буду брать с собой. Я буду мазать пред вашими глазами, мама, бутерброды. Кушать сосиски ваши любимые. И потом мы посмотрим, кто из нас умная, а кто из нас будет спать. Я вспомнила! Деточка, я тебя умоляю, только не надо сольной карьеры. Я вспомнила, послушай. Но. Вот адрес дома. Вот адрес дома я не помню. Но помню, что была дробь Б. Вот дробь Б мы хорошо запомнили, да? Так всю и войну прошли с дробью Б. Вот так, да? Это... Серьезно, да? Серьезно, дробь Б, да, дробь Б, серьезно. Боже мой, Чарли Чаплин. Вот так, Чарли Чаплин, да, серьезно. Женщина, ну, да, так я вытворяю, как подросток, как то сумасшедший, ты такой. Красиво. Что там на меня капает? Ты посмотри, ну. Ну, вся голова уже мокрая. Боже, женщина на балконе, я извиняюсь. Слушайте, а вы не в курсе, где тут ближайшие похороны? А то мы с мамой заблудились, а хочется с человеком попрощаться. 12 часов. А что все? Что со всей? Вообще же. Я мама кажет, что очень хочется сосредняться, чтобы же было по-человечески. За гаражами на Куйбышева? Спасибо. Я ваш адрес хорошо запомнила. Мама, клиент за углом. Идем быстро, но торжественно. Поняла. Ой, Светланочка, помедленнее можно? Значит, мама, пока не узнаем обстановку, плакать не начинать. Ну, я поняла. Не надо эти дешевые импровизации ваши. Да, поняла, я поняла. Мама, что поняла? Чтоб не было, как на Фучика 12, поняла. Не успели в квартиру подняться, начала кричать. Вставай, моя любимая подруга, вставай. Сейчас такой идиотской улыбкой. А в гробу дед лежит. Ну, с кем же не бывает? Да почему все время с вами бывает? Сказала плакать и молчать. Плакать и молчать. Молчание – это первый признак глубокой скорби. Мама, вы когда молчите,
Вас приятно слушать. Пришли. Здравствуйте. Ой, не увезли еще. Не увезли. Знаешь, женщина, я говорю, не увезли еще, не опоздали. $20 проспорили. Я говорю, куда спешить, все там будем. Я извиняюсь, с праздником. Сейчас побьют, точно мама побьют. Вот это все из-за вас, что самая нервная система... Нервная система, не... Не к черту. Мама, кого хоть хоронят, мужчину или женщину? Ну, да. Мужчину. Как вы знаете? А же женщину. Так я сейчас пойду узнаю. Ой, мама, перчик фаршированный. Как это по-киевски, Светланочка, мама, как мне это по-киевски? Перчик фаршированный. Кстати, о еде, мама. Сколько раз предупреждать, рыбу и мясо не смешивать. Рыбу в правый рукав, мясо в левый рукав. Рыбу в правый рукав, мясо... В левый рукав и холодец в кармане не совать. Между прочим, да, потому что не нравится мне холодец из карманов. Я брезгливая мама. Понесли. Ой, наливайте, помни, вечер еще вче. Извиняюсь, мама, песенник, быстренько, не то, быстренько. Сейчас мы вступим, сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мы просто с другого мероприятия. Мы с другого мероприятия, с кем не бывает. Это песня быстрее, мама. О, что это? Ось, ось, ось. Позови меня с собой. Вам что, нечего делать? Вам нечего делать? А ну, быстренько, быстренько, быстренько. Вот, на черном фоне. Боже, еще и боярского наклеил. Ну, ты представляешь, что делай, ну? Давайте, правильно, для мужчин и для женщин. Ой, на кого ж ты нас покинув, ла? Ой, на кого ж ты нас покинув, ла? Ой, первый раз, что задал бы, я уже людей, неинтересно. Ой, на кого ж ты нас покинув, ла? Так, я не поняла, Люба? Так, Люба, надо ховаться за крышкой, Люба! Люба, Любочка, целую тебя в губочки. Что, конкурирующая организация, Люба? Что, гунчаки достать, Люба? Коечку забронировать в центральной, да? Я столько раз говорила, по нашим районам не лазить. Можно эту музыку потише? Ну, я и прошу прощения. Любочка быстренько поставила венок возле крышки. И покуда я моргну... Оно чухает сюда. Мутер, мой либен мутер. Да мы умеем, оказывается, работать. Да ты что, ты посмотри, как аплодируют маме. Я извиняюсь. Еда, еда, быстренько, кулечек. Еда. А почем ваши пирожки? Я возьму парочку для Анжелы. Она такая, она девочка не парная, 15 лет, ей парочку съесть, яйцо лука, она обожает. Поедем! Мы поедем прощаться, конечно. Конечно, поеду, но что ж не поехать? Просто я в Рафику не могу, меня так там укачивает. Нет, все честно, маму как в Рафику укачает, ее потом не разбудишь, да? Это, мы любим на Икарусе, мы на Икарусе поедем от завода. Мама любит возле водителя сидит. Фу, мама, не побили сегодня. Сегодня не побили. Хотя были все шансы, мама. У вас тапочки, а я на каблуках, извините. Мне тяжело убегать. Так, что у нас дальше за мероприятие, быстренько? Так, Светлана, 12:00 возле Макдональдса. Свадьба. Свадьба это хорошо. Свадьба это сытно. Форма одежды номер 2. Тигренок, мы их сели. Мама, сегодня по образу вы заводная и веселая цыганка. А я крестная, никому неизвестная мама. Так, что самое главное в этой свадьбе? Мама, ну халтура, ну распушите, ну елки-палки, ну распушите. Свежий эффект. Мама, самое главное в свадьбе это песня. Для невесты поем «Я помню все твои трещинки». Ну, поняла. Земфири, да. Вот. Вы на потанцовке, я на бэках. Вот. А для жениха мама будем петь «Голубая луна». Что?
курячий капсу. Голубая луна. Не знаю, что такое голубая луна. Вы же не выучили просто щелкунчик. Голубая луна. Сейчас модно, а самое главное актуально. На 3-4 репетицию. Начи. Най. Голубая луна. Голубая луна. Хорошо. Голубая луна. Голубая. А как никто его любила. Вальтовки. Голубая.